представлял ему нелегкий путь пробиться в неизведанные дали. Ведь все-таки Иркой очень долго копается камень, и долгими днями и ночами он трудился, проживая путь к таинственному синему свечению. И наконец... Та-дам! Кто здесь? С вами я, ребят, всем привет. Так, собственно, у нас уже настолько много... Ах ты, подлюка. Столько много предметов в инвентаре, что даже уже вообще, типа, не лезет. Меч это круто, его надо забрать. Что? Что можно выкинуть, что прям вообще не жалко? Вот его прям вообще не жалко. Платину прям вообще не жалко. И думал такой 3 дня, выкинуть ли платину. Действительно ли ее не жалко? И выкинул. И был таков. Сам отправился ломать статую меча. Так, всякие ништячки, значит. Слушайте, а большой такой, значит, и биомеч. Так, смотрите, какой огромный. Это прям вообще можно забрать. Вообще. Тут вообще просто. Так. Здрасте. Ай-яй. Ну-ка, разошлись, значит, это здесь разговорчики имеются. Пошла прочь, жиробасина. А, убивают! Нормально, вылечились и пошли в бой опять. Вот так, все. Супер много слизи, все замечательно видно. Пойдем по самому... Ай, черт возьми, сложные подставы. Так ты. Такая музычка играет. Турн-ту-турн-ту-турн-ту-турн-ту-турн. Не могу повторить, слишком сложная мелодия. Я пытался. Не получилось. Ну чё, удивите меня золотыми сундуками, ё-моё. Чё, я зря ходил здесь, что ли? Прыжок веры совершать, я думаю, бессмысленно, не допрыгнет. А вот если прыгать сюда, а потом сюда, опа. Вау, статуя бабёнки. Статуя бабёнки надо, значит, это самое, забрать. Так, вот, нет, не деревянная стена, где-то земля, вот она. Хопа. Ставим факел, значит. И вот так вот, вот так вот, так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот и уже безопасно. Так, я тебя забираю, конфискую, или как это называется. Сюрикены не нужны. Так. Просто огроменная система пещер, прям. Чтоб пошел и заблудился. Чтоб тебя вообще никто не нашел. И ты чтоб тоже ничего не нашел. Настолько злые системы пещер. Опа! Не допрыгнул. Придется использовать веревку. Ай, 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 опять ты, падла. Так, это опять веревка нужна. Хуба. Черт. А вот, кстати, хуба. За веревку он не цепляется, пока не жмете W. Вот вам и вообще. Новости, секрет. Хуба. Ну, что-то вообще ничего интересного в этом биоме дурацком. Где мои там, не знаю, сундучки золотые? Где еще всякие плюшки? С ватрушками. Что-то я не понял. Ай, 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 да хватит меня бить, да я пытаюсь понять, что мне надо, что не надо. Все, ты огребаешь. Ой, огребаешь, все, получаешь сполна. И ты тоже. С компанией. А! Чуть не упал. Опа. Все, жив, здоров, как вообще, как новенький. Так, что выкидываем, что выкидываем, что выкидываем, что выкидываем, что выкидываем, что не выкидываем. Выкидываем, выкидываем, грязь выкидываем. Выкидываем, вот так вот едим, вот так вперед, значит, бой.
Ни одного золота еще не нашел, кстати говоря. Пошел прочь. И это меня огорчило. И ни одной светящейся палочки. Это тоже меня огорчило. Пришлось мне съесть зелье свечения. И ходил я и задыхался под водой. Пришлось мне заюзать трубку курительную. И понюхать немножечко воздуха. И пойти дальше. И что я дальше увидел? Ага. Как Лара Крофт пробрался под водой и нашел выход из пещеры, значит, опа. И ничего есть интересного. Опа. И вообще фуфло. Ну, даже не знаю, ребят, что сказать-то по этому поводу. Прям, не знаю, туфта. Туфта, туфтой, фуфта. Ничего нету, я думал сейчас как нырну. Как залутаю миллиард айтемов. Как буду самым миллиардерным миллиардером. А на деле что? На деле ничего здесь нету. Карту открываем, смотрим. Ни черта. Черные деревья, значит, да? Интересненько. Ладно, я думаю, имеет смысл вернуться домой. Вот она. И что сделать, что сделать, что сделать? Имеет смысл сделать... Ну, наверное, немножечко обустроить дом. Во-первых, выложить все из инвентаря, глянуть, кто там зареспаунился. Посмотреть, что за новые жильцы в моем доме. Тыкву порубить немножечко. Да, с этой землей, водой надо точно что-то делать, потому что... Ну, или кровать спавнить вон там сразу. О, там дверьми шаркают. Гости дорогие. Ну, здрасте. О, как вас много уже. Так, посмотрим по расселению. Одна ячейка только свободна. Вон они как расселились. Кто куда. Так, с немножечко земли сюда тыкнем. Сюда. Так. По поводу светильников. Хопа. И сразу стало светло и уютно. И шили они припеваючи. Так, ну я пока разложу что-нибудь по сумкам. Так, сундуки надо поставить. Не помню, в чем проблема этого сундука. Че он не переименовывается-то, а? Дурак. Вот с этим все нормально. Так, ладно. У тебя как дела? Не стирается надпись. Ладно, пусть. Пусть остается таким же дураком, как и был. Так, я думаю, надо нижний этаж плюс построить, чего бы нет. Чего бы не построить, да? Так. Давайте посчитаем блоки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 13, 14, 15. Так. Вот так пусть будет. We'll be right back.
Так, ребят, ну что, всем привет. Собственно, чем я здесь занимаюсь? Понятия не имею, чем я здесь занимаюсь. Вроде бы все посчитал. Вроде бы здесь должно 14 блоков, вроде здесь 14 блоков. Получается какая-то фигня, грубо говоря. По всей видимости. По всей видимости, я что-то неправильно посчитал. И, по-моему, вот так вот должно быть. Так будет симметричнее. Не уверен, чисто... Чисто... Неважно, в общем, как-то и... Чувствую я, что так будет правильнее. Чем я занимаюсь? Вот такую какую-то интересную задумку пришла мне в голову, что было бы здорово, если бы я сделал вот так вот, и вообще был бы суперменом и супергероем, если бы я так сделал. И, в общем-то, думаю, а я что, не супермен и не супергерой? И такой, типа, взял и зафигачил. Вот такую специальную, как бы, комнату. Достаточно прикольную. Типа, исключительно для... Ну, статуэток этих всяких прикольных статуй. Вот. Опа. Так, вот дерево закрываем. По мне так достаточно прикольно и красиво. Вообще все, что делается из тыквы, оно такое оранжевое и вообще здоровское. Собственно, что я могу сказать? К нам пришел торговец. Он достаточно редкий гость. Можно глянуть, что он продает. К сожалению, денег у меня вряд ли на это все хватит, потому что не всего лишь одна золотая монета. Но давайте глянем, что он продает. Так, подай, фо, потир, мастерок, бетономешалка, мешает бетон. Бетономешалка, мешает бетон! Так, рабочие настройки пьют самогон, или как так, неважно. Бригада строителей жрет самогон! Саке. И прилетели. Ничего интересного, он сейчас не продает, в принципе. Вот только вот для строительства, возможно, мастерок и вот это всякие ништяки. Но они мне, в принципе, не нужны, и они мне не по карману. Вот. Так, ну, в принципе, я не знаю, на этом серию можно закончить. Вот такая вот интересная серия получилась. Хотя нет, знаете что? Ну его нафиг. Я хочу знать, что у меня за мир. И поэтому я сейчас дальше пройду. И все-таки я узнаю, искажение у меня. Или это что такое? А, просто две птички. Мне показалось, что одна птица несет что-то красное. Я такой уже типа... Ё-моё, изыди. Вот. Так. А, это был просто кролик. В костюме слизняка. А я думал, это слизень в костюме кролика. Он меня обманул. Ладно, пофиг. У меня особо-то и жалею, в принципе. Так. Здорово, что так много тыкв. По сути, если у вас нет тыквы в... Не тыквы недели сейчас. Или не тыква месяц. Не знаю, сколько это по времени проходит. То... Семена тыквы можно купить у какого-то из торговцев. И то же самое из тыквенные домики и прочие тыква ништяки можно делать самому, независимо от времени года настоящего. Вот. То есть посадили сами тыкву на огороде в игре в этой. И, собственно, занимаетесь тем же, чем я, вообще совершенно спокойно. Совершенно не думая, что этим можно заниматься только вот в октябре. В последних числах, или вообще в октябре, не знаю, с какого числа, что это началось, неважно, в общем-то. Так, ну же, ставьте ставки, ребят, все-таки. Голубика, что он делает? Краситель. Как вы думаете, что это за мир? Кримзон это все-таки, или... Искажение. Так... Так и верстак даже есть, забавно. Кончились у меня веревки. Надо создать. Без них вообще не вариант. Так, я смотрю здесь. Да! Это искажение. Это все-таки искажение. Но почему?
Я не понимаю, почему тогда руда поменялась? Или руда не зависит от того, в каком мире ты живешь. Руда может быть разная и в том мире. Ой, в общем-то, дурдом полнейший на самом деле. И... ладно, пофиг. А, зонтик. Не буду придавать этому такое большое значение, типа, ну и ладно. В принципе, не спотыхотелось. Ну, в искажении я уже... очень, грубо говоря, мастер. Так, мне выйти отсюда можно? А, ну, в принципе, при перезаходе в игру меня все равно телепортнет куда надо. В искажении я как бы мастер и уж точно знаю, что в нем делать, так что, в принципе, отчасти я рад, что... не придется мучиться с новым миром и понимать заново какую-то механику. Но с другой стороны, в любом случае, когда я уже более-менее освоюсь в этом мире, я специально создам еще один, чтобы чисто глянуть, каково это в кровавом мире и что там за босс отдельный такой. Ладно, ребята, на этом все. Всем на самом деле большое спасибо за просмотр. Всего доброго и пока. Увидимся в следующих сериях.